Дорогие друзья, в настоящем информируем вас, что Андрей Петрович Девятов положен в больницу на внеплановую операцию. Для окончательного восстановления после той злополучной аварии предстоит пройти курс длительной послеоперационной терапии и реабилитации. От лица всех неравнодушных выражаем сердечную надежду на успешное прохождение всех больничных процедур и скорейшее выздоровление Андрея Петровича и возвращение в строй. Мы будем информировать вас о состоянии здоровья в специальных выпусках. Посильную помощь можно направить непосредственно. Номер карты внизу в описании видео.